Уважаемые граждане, массовое мероприятие не санкционировано. Просьба разойти. Свободу выходить на улицу и высказывать свое мнение, на свободу не бояться, и на свободу работать, жить, и на свободу голоса, на права человека, которые я хочу, чтобы соблюдались в моей стране, потому что здесь растут мои дети. Ну, повторюся, затриманняў, ніякіх масавых затриманняў тут няма. Таксама якіх брутальных дзеянняў. Добры дзень. Мы журналісты. Мы журналісты Радыё Свабода. Пасведчанне магу паказаць. Развітваемся з вамі, шаноўныя гледачы Радыё Свабода. Ты даваў прысягу! 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 Ты давал присягу, ты давал присягу. Не, Беларусь!
дети! Вы же чьи-то дети! Вы же чьи-то дети! Вы же чьи-то... Где ваша мама? 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 Ой, а чё не тихо стоять?